Господи. Сегодня у нас 8 сентября 2016 года. Вот он, Евгений, у нас в соседях диакон на тракторе ездит, навоз возит из своего огорода. Вот Игнат Иванович копается тут потихоньку с Божьей помощью. Вот, а там Никита Андреевич роет. На первом месте стоит по выкапыванию картошки. Вот такая земля. Вот ставлю, на вилы становлюсь и никак. Вот так вот раскачиваешь, втыкаешь, чтобы в землю вошло. Теперь черешок гнется. И вот так потихоньку качаю, качаю, отвалил. Отвалил, теперь второй подкапываешь дальше. Это одну лунку выкопать. Она как трясется помаленьку, помаленьку, и вот отваливается 40 сантиметров глыба. Вот она, теперь надо выковырить ее, картошку-то. И здесь три картошки, да это ладно три, а то и трех нету. И вот так вот каждый вывертел ноги, ноги да и ходят, это невозможно. Вот вилы не вонзишь. Вот погрузил, теперь сломать надо. Это вот одна лунка. Я копаю всю жизнь. Здесь что-то не знаю, где она, есть или нет. Вот она, вот. Вот это? Да, должна быть здесь. Здесь нету. Здесь? Ну да, где-то здесь. Нет, еще нету. Нету, да? Нет, вот это вот есть. О. И вот с какой бы стороны ни копал, на рожок насажу, сразу бывает 3 или 4. А я чувствую, там скрипит она. Вот. Пошел специально, посчитал сколько. Ты думаешь, сколько лунок здесь я выкопал? Копаю-то я один. Ну? Не могу знать. Никита, как ты думаешь, сколько вот у нас всего лунок? Не скажешь. Надо считать. Вот так. Считать надо. А я посчитал, дальше ходил, и сейчас закончил считать. Я люблю математику. А вот теперь посчитай, вот. Вот сколько я должен был пробить этот как асфальт. Это вот одна. Две тысячи двести семьдесят. Это сегодня четверг, четвертый день, уродимся, и никак, мы благодарим Бога, конечно, где-то у кого-то и этого нету, но почему? Дожди шли, прибило дождями, а потом снег, снег, говорю, жара ударила и спеклося. Ну, вон, покажи по этой, какая территория, это как она вздыбленная вся. Ну да. Если я так не вырыл, то оттуда ее не взять. Вот. Там нашел, лопаточкой копаем, взять не могу. Я ее со всех сторон обкапываю, обкапываю, не могу взять никак. Просто как асфальт, забетонированная. Ну еще по частям ее картошку выламываешь оттуда. Это тоже что-то означает. Вон тыква. Вот. Сегодня пошли, Володя-то не знал, сколько она тыква захватит. Посчитал плетень, у нее вытянулся на 11 метров. Так это, видать, не самый большой. 11 метров. Вот это вот у меня все еще осталось здесь. 2270 лунок выворотить вот этих вот. А потом вот так вот ползать, ползать и собирать отдельно, а потом складывать отдельно.
картошинку. И во что она обойдется? А нынче картошки на базаре, говорит, много, а она там 6, что ли, рублей килограмм. Совсем дешево. За 6 рублей килограмм тут век не согласишься. Вон теленок у них, видно, корова отелилась. О, какой бодренький. 11 метров. Я вот это прошел все. Вот сейчас буду заканчивать сегодня, если Господь даст, вот этот участочек. Вот остался. И где еще пропало, не достал, это под тыквами. Не надо трогать, мять. Может быть, после, когда тыквы уберем, тогда и докопать можно будет. Угу. Я просто показать хотел, что означает в деревне жизнь. Вот это непрерывное напряжение в работе. Ну и ясное дело, что воздух чистый. Довольствуйся этим. Как Федор Священный Пахомий, кажется, они шли. Пить охота. А трава встретилась зеленая в лесу. Он говорит, посиди маленько. Он говорит, пить охота. Довольствуйся травой, чтобы посидел на зеленой траве. Так, а у нас ведро воды, ботва кушает. Думаю, как вот только закончим вот это вот все, мы с Володей придется задержаться. Где деревья достают проводов, провода, надо везде спилить. Спилить, ну, желательно будет втроем. Один бы веревку натягивал, в какую сторону валить. Ну, сначала свалить то, что провода еще повыше маленько. Через год они будут касаться. Здесь до всего, до всего дело есть. Вот я не могу. Колени плохо сгибаются. Ничего. Размолотишься на поклонах. Вот эти вот, он как Никита ползает, а я-то на коленке становлюсь. А Никита то сядет, то вот так вот у него получается быстрее. Я вчера ползал. Пришел домой, ноги сами подгибаются, что-то качать стало утрами. Стою и за стенку держусь. Малокровие или что? На животе складка, как и у воробья на коленке. Все лишнее ушло. Кто не знает, как лечиться, диабеты. Приезжайте на картошку или что. Все эти диабеты позабудешь. Жить надо. И жить надо так, как Господь дал. Дал нынче такой вот урожай. Все-таки картошка-то есть. Как не бедно. Смотри, какая картошка. Картошка хорошая, чистая. Колорадского жука море. И как-то все не сожрал. Он долго ел, видать, не доел. Все, я пока вот хотел про это сказать. А тут наша ограда повалилась, а дьякон себе, видишь, какую хорошенькую сделал. Но мы на это не претендуем. У него матушка Людмила, у нее все в огороде цветет. Она нам дает то арбуз, то дыню. А мы огородчик далеко отсюда имеем. Тысячи этих птиц, кого только нет, все питаются. Ягоды вырастают, а ягод мы не видим, особенно облепиху. А здесь у них все рядом. Я подумал, вот этот тополь сильно им заслоняет, просили убрать. Ну, его вверху лезть и отпиливать по частям. По частям. А потом, который останется, грохнуть на эту сторону и все. Ну, согласится ли диакон, потому что это ограда. Он не просит, а она просит. Под этим тополем, говорит, ничего не растет. Все. Что-то принес. Для ушка. А зачем она? Отпусти ее. Тык. Ее трогать нельзя, она насекомых жрет. Все. Вон она, это моя. Заложи ее под эту. Володя. Травой маленько засыпь в сумочку. Угу.